Since the days long gone, the world has lain in ruins. A great war was fought between the ancients and their adversaries, the demons. The conflict raged for generations. And when the dust settled, nothing remained but ash and bones. The children of war were left to fight over the spoils of the fallen cities to survive. That was until the last prophet of mankind rose up. A great man with purpose and vision. His name was Drugen. He wandered the world for years until he found the forgotten power of the ancients. He then returned to unite the warring human tribes under his banner. The Vetrel Empire was born. With his technocracy established, Drugen set about his great quest to travel into the heavens. Through his guidance, humanity rose up from the dirt of this shattered world, and a new civilization was born. But mankind has changed. They have fallen far from the light of the ancients. They delve into the past, searching for power, no matter the consequences. However, there are those cunning and ruthless enough to take a different approach. They take the secrets of knowledge from those who have already found them. If only the ancients could see what they have become. Not everyone is interested in promises of a paradise in the stars. The only paradise they want is the one they can steal for themselves. Доброго времени суток зрителям и случайным гостям нашего канала. С вами Росси, и вы находитесь на Роли Гейм Онлайн. Ребятки, сразу прошу прощения за то, что видео так долго не выходили. Реально очень мало времени. Каждый раз хочу вот сделать новое видео и загрузить вам его на YouTube, но реально катастрофически его не хватает. Ну, а сегодня мы все-таки с вами, скажем так, встретились, и я хотел бы вам показать игру под названием Seven the Days Long Gone. Это RPG с элементами стелса, скажем так, вид сверху, как в Diablo. Управление мы сейчас с вами посмотрим, немножко поиграем, потому что это у нас рубрика геймплей и летсплей. Сразу прошу прощения за свой осипший голос, возможно, противный кашель, потому что я немножко приболел, но это не остановило меня, это недоразумение не остановило меня, чтобы я мог вам сделать видео. Вначале вы видели, если вы, конечно, это не прокрутили, вы видели заставку к этой игре, а может быть, почитали историю, так сказать, что вообще происходило и что будет происходить в этой игре по мере развития сюжета. Я, почитав описание, понял, что мы играем за воришку, скажем так, бандита с большой дороги, который промышляет воровством. И мы находимся в постапокалиптическом мире после какой-то там супер-пупер трагедии, когда цивилизация восстановилась и начала свою жизнь заново. В общем, давайте я убираю паузу, значит, продолжаю игру. Давайте по традиции я, наверное, не буду читать диалоги. Вы их сам перечитаете или, блин, я не знаю. В общем, я не буду их читать. Так, дальше. Так, собственно, давайте попробуем управление. Так, перемещение и бег, прыжки, подъем. Для перемещения пользуйтесь клавишами направления или аналоговым джойстиком, которого у нас нет, кстати. Чтобы двигаться быстрее, удерживайте Shift. Во время бега
преодолевать низкие препятствия вы будете автоматически. Чтобы подпрыгнуть, нажмите пробел. Чтобы карабкаться, подойти к уступу и нажмите пробел, двигаясь в его направлении. Ладно, думаю, так разберемся. То есть справа, смотрите, куча-куча всякой хрени. Повылазил. Так, давайте посмотрим геймплей. Значит, бегаем мы в ASD, соответственно. Shift это ускорение. Пробел прыжочек. Понятно, хорошо. Камера у нас крутится с помощью мышки. Мышкой крутим, крутится камера. Так. Использовать Е. Обманули. Алёсика приближает. Понятно. Fancy a drink, Vatic? Left bar in the plaza. If you're paying? As always, we can walk and talk. What do you want, Terriel? You didn't call me out here for a drink. Так, как я понимаю, за этим чубриком надо бежать. Your help on a job. A big job. I know you're not the guild's favorite thief these days. That wouldn't worry me, but I know it bothers you. This could get you their respect again. I was wondering how... Before that, can you do me a favor and distract one of these workers? What? Why? Aren't the main walkways good enough? Nah. No, my visa's just a little out of date, so I'm avoiding technom... Quick pickpocket and we're in. Cutting through the construction site, eh? Good day, friend. Lovely spot you have here to watch the execution. Got work to do. We ain't watching nothing. Ха-ха! Anna, fine job you're doing. Nobody would blame you. Ребят, дальше нам рассказывается, походу, как делать кражу. Значит, в игре вы можете с самого начала обокрасть практически кого угодно. Но не забывайте, что кража является недопустимым действием. И если вас кто-то заметит, вам придется столкнуться с последствиями. Чтобы обокрасть кого-то, подойдите поближе к цели, зажмите Е, и, в общем, с помощью менюшки всплывающей нужно выбрать соответственное действие. И, как я понял, фишка в том, что когда мы залазим в карман, соответственно, к цели, время останавливается, мы выбираем, что мы конкретно хотим украсть, а когда мы начинаем воровать, время опять запускается, грубо говоря, и то есть... Пока мы роемся в кармане, забираем себе, нас могут типа застукать, сказать ай-яй-яй, и начнется там драка, замес и так далее. Ну, сейчас такого не будет. Я, в принципе, почти такой умный, потому что я тут чуть-чуть поиграл. Поэтому могу поумничать немножко. Так, карманная кража. Ну, хлеб, мигральные карты и ключи. Мы забираем все. Видите, вот пошел процесс. Вот пока мы все забирали, игра как бы дальше жила своей жизнью. Так, задание, работа обновлено. Откройте ворота, ведущие на стройку. Да не вопрос, сейчас откроем сразу что там. Так, удерживать Е. Открыть. Okay, I'm guessing. Так, публичное частное пространство. В игре реакция людей на ваши действия зависит от того, в какой касте они принадлежат, как относятся к вам лично и от того, где вы находитесь. В публичных местах вы можете ходить, не привлекая лишнего внимания. Нахождение в частных владениях будет рассматриваться как нарушение, и охрана при обнаружении будет вас атаковать. Когда вы входите на частную территорию, на экране появится значок, указывающий на нарушение. Добренько. Ага. Я понял, эти пацаны походу против, чтобы тут гуляли. Смотрите, тут уже сразу всеми любимый Asusun Creed. Я вот тут уже паркур такой. Блин, елки-палки, я упал. Вот это поворот. Оказывается, тут надо было припрыгивать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ребятки, давайте загрузим последнюю. Что-то я не обратил внимания, какой-то я растерянный. Оказывается, там была дырка между крышами, которую нужно было перепрыгивать. Это, наверное, меня фанаты Ассасина возглазили сразу за то, что я так плохо отозвался. Смотрите, что они делают, бандиты. А вот тут, собственно так, оп. Все, хлопцы, больше такого не повторится. Сейчас мы будем вот именно такие на скеле вот так вот проходить. Лестница. Оп.
такая прикольная, не знаю, непривычное, конечно, управление, но... It's a simple heist. Target some toff's toy. Won't be hard to sell to an artifact. If it's so simple, why are you asking for my... Because you're the best spotter in the guild. And it's a two-man job. A couple of idiots have tried it. Shit, Teriel. This better not be what I think it is. The guild warned us they don't want any more failures. Too embarrassing. The guild just says that to test you. Don't be a coward, Vati. We can pull it. I don't trust you, though. That's the problem. And I'm not a coward. I know that, but prove it to the guild. With your spotting and my infiltration skills, we can do it. What do you say? I need a drink. Go on then. Say what I think you're gonna say. Надо нашего друга говорить. Какие-то карты там обновляются, что, блин, происходит? I fucking knew it. The fucking Grook Barrow Mansion job. You're after the cipher, aren't you? That's the one. So you're in then. You cheeky son of a... Oh, boy, do I never learn my lesson. Look, you better not fuck this up. I won't. You won't regret this, Vati. Meet me on the app. I'm gonna make preparations. Oh, and one more thing. We'll need a Собственно, загрузочка, которая уже, походу, быстренько прошла. Кстати, ребятки, игра вышла 1 декабря. То есть это сегодня. Я, как всегда, игру приобрел на своем любимом магазине. Так она стоит $26, если я не ошибаюсь, в Стиме. I was beginning to think you'd stood me up. Why would I do that? Is everything prepared anyway? I've sorted two subtle distractions for you. And you've got a route down to the... I brought the drone along in case the shit starts to fly. It'll deal with a handful of guards, but don't rely on it. It's core will deplete after a few round trips. Excellent. I knew I was right to get you on board, Vatic. Nobody else would have been gullible enough. Anyway, I'll spot from here. We'll keep in touch via the comsys. Sounds good. Я готов. Let's do that. Of course. Look, don't fuck this up, Terry. When have I ever? All right, don't answer that. You do your job, my friend. Вот, так что, в принципе, я эту игру купил в своем любимом магазине на торренте. Так, игра стоит, повторюсь, $26 в Steam или $29. Почитал отзывы, что многие жалуются, игра не оптимизированная, запускаю на своем компьютере, а она глючит, она лагает. Ну, не знаю, у меня пока вроде все отлично, хотя для удобства я снизил параметры на средние. До этого играл на самых-самых высоких, правильно, правда, без записи никаких лагов не испытывал. Ну, в общем, хлопцы ругаются. Так, чтобы перемещаться скрытно, нажмите C. В этом режиме перемещения ваши шаги будут бесшумными. Вы также можете двигаться быстрее, удерживая Shift, когда пригнулись. Однако ваши шаги будут слышны с близкого расстояния. Не забывайте, что скрытное перемещение в публичных зонах относится к недопустимым действиям. А если вас заметят, вам придется столкнуться с последствиями. В общем, ладно, понятно. Так, задача обновлена. Единственное, что вот не могу привыкнуть, это мышкой крутить, знаете, как-то он так, не знаю, или лучше, чтобы оно само поворачивалось, или как-то фиксировалось. Так, значит, в игре можно, вы можете использовать атаки двух типов. Для осуществления базовой атаки нажмите левую кнопку мыши. Такие атаки комбинируются. Чтобы выполнить очередную атаку комбинации, в нужный момент снова нажмите левую кнопку мыши. Чтобы выполнить особую атаку, нажмите правую кнопку мыши. Особые атаки отличаются повышенной мощностью и расширяют ваши боевые возможности. Не забывайте, что особые атаки требуют больших затрат сил, чем обычные, и вы быстрее устаете. Ладно, добро, я понял. Я, значит, собственно, пригнулся. Как я понимаю, у нас первый кандидат на пиздюлину. Сейчас мы ему ее всыпем. Оп. Опа. Видели, как его зарезал без крови? Так, что тут у него есть? Смотрите, кинжал, арбалет, плащ, гуава, что, тропические фрукты. Давайте гуаву заберем. Вот, собственно. Так. Возьму еще полимерный меч и кинжал.
Интересно, а если я переоденусь в одежду охранника, меня другие охранники не будут, ну, на меня обращать внимание? Так, клавиша I — это у нас инвентарь. Мы, собственно, сейчас оденем оружие. Меняем то, которое мы взяли. Опа, такая шабля у меня. Так. Сейчас мы его. Вот. Так вот. Вот. Это, короче, комбо-момбо. Ребята, научился ему сам. Я просто догадался, что если прыгнуть и во время прыжка нажать пробел, то можно делать вот такую штуку. В общем, да, я знаю, что я крутецкий пацан. Возьмем корневищную сливу. Не знаю, что это такое. Наверное, ее можно хавать, и будет очень классно. В общем, мы ее возьмем. Наше задание — войдите в поместье Грукбара. Так, давайте еще чуть-чуть побегаем. И на этом, наверное, будем заканчивать. Ну, в общем, как я понимаю, здесь миссию можно пройти по стелсу. Знаете, типа там так вот по кустам там красться, чтобы никто нас не видел. Ну, а видишь же, как я понимаю, можно валять охранникам направо и налево, как бы за всю фигню, и мстить. Но, опять же, дело каждого и выбор каждого. Так, он хлопец куда-то пошел. Он, наверное, явно хочет, чтобы мы сейчас выпрыгнули из кущей и порубили его. Что мы, в принципе, сейчас и сделаем с вами. Оп. Так, что тут у него интересного есть? Есть какая-то сливка там, чего? Нет, есть только какое-то отличное полимерное копье. Собственно, тут и так понятно, что под прожектора нельзя попадаться, потому что сразу поднимется тревога, там волк унес зайчат, все дела. Так, давайте вот сюда вот пройдем через эту дырочку, точнее отверстие в стене. Чешет голову, наверное, у него вши. Кстати, читал, что здесь перемешались типа прошлое, будущее, настоящее, такое как непонятное. В общем, тут все сразу. Мечи, к примеру, кинжалы, топоры, и при этом там дроны сразу, какие-то вот прожектора, то есть одеты они как-то по-бедняцки, скажем так. Ну, в общем, все здесь так вот запутано-запутано. Есть своя история, и как я читал в описаниях, я прежде чем играть в игру, читаю описание, чтобы быть хотя бы в курсе, что это за игра, чтобы занять как-то время видео, чтобы я мог что-то другу рассказать. Не то, что я думаю, играть или не играть. Если вы новенький на нашем канале, что в принципе вряд ли, потому что у меня подписчики мало и редко добавляются, в основном сидят те, которые меня терпят, то вы знаете, что я как бы не перебираю между играми, я снимаю все подряд. Если она новая, то есть если это трешовая игра, я ее снимаю. К примеру, вспомните Zulu Response, вроде, когда мы за Британию мочили папуасов, которые на нас толпой нападали. Поэтому я просто считаю, чтобы быть в курсе. Сейчас мы послушаем этого козла. Why don't you do your job, Vatic, and let me... Oh, don't. When you're taking care of the cameras, I'll set the other distraction off. That should draw the guards away. Вот. Поэтому, чтобы просто быть в курсе, я как бы читаю отзывы, мнение людей, то есть, к примеру, эта игра не оптимизированная, мой компьютер лагает, там, и так далее, то есть, и также, что вот, мнение о том, что игра очень интересно закручена тем, что разные как-то вековые, как бы, времена там, да, скажем так, сочетаются. Ну, опять же, я считаю, что у каждого свой вкус и свои предпочтения, поэтому нельзя судить игру только по мнению конкретно одного человека. Вообще, я почему веду эту рубрику, я хочу, чтобы люди, которые периодически смотрят мой канал и ставят лайки, кстати, если ты не поставил лайк, обязательно это сделай, что им интересно, к примеру, посмотреть какую-то новинку, которая вышла. То есть моя непосредственная задача — ознакомить с играми, которые, к примеру, человек до этого сам не видел или не знал, что она выйдет или что она вышла. И, к примеру, ему будет интересно посмотреть и посмотреть, к примеру, мое мнение. Как по мне, это игра для любителей стелса, соответственно, которые там любители RPG. Я фанатом стелса вообще не являюсь. И сколько я не пытался проходить того же самого Хитмана, да, то есть, или там Ассасина и все дела, ну, как-то мне проще, например, достать пушку, всех замочить, то есть краса, там что-то придумывать. Ну, не фанат я, не фанат, и явно это не мое. И, в принципе, мало я, как и мы. Наверное, только Imperial Glory.
тут кто с нами давно, тот поймет. Вот, ну, я думаю, любителям RPG и вот стелс режима обязательно стоит попробовать. Наверное, давайте в завершении мы сейчас завалим вот этого мужичка. Вот, я сейчас так вот хочу на него. Блин, не получилось. Не получилось. Опа, у нас пошел замес. Ребята, он меня сейчас еще убьет. Вот это у меня... Надо уходить как-то отсюда. Пошли вон. Господи, они меня чуть не отмудохали. Вы знаете, вот сейчас будет еще на завершение. Не хватило, чтобы меня убили просто-напросто. Так, давайте. Ой, куда я его брал? Где здесь шприц красненький? Употребить. И употребить. А, смотрите, они уже явно знают, что я здесь. Это читерство. Я считаю, это только так можно назвать. Какой-то супер-пупер я хотел сделать удар. Ох, они меня сейчас еще просто порубят, походу. Оп. Сейчас отбегаем. Еще раз используем наш употребить шприц. Ага, я понял. Тут надо постоянно только нажимать левую кнопку мыши. Смотрите, какие здесь умные боты, ребятки. Однозначно. Они, получается... отходит на дальнее расстояние, и с дальнего расстояния расстреливают меня с помощью своих арбалетов. То есть они не все ведут бой именно в ближнем бою. Один дерется, другой отходит и сдалека меня отстреливает. Что, в принципе, я считаю слишком круто. Оп, я увернулся. Непонятно, кстати, по поводу системы боя, есть ли здесь какие-то приколы в плане уклонения. Может, какие-то блоки можно ставить, а не то, что он меня как на шампур нанизывает на свое копье. Я думаю, это можно делать, если в этом разобраться. В общем, какой-то замес только получился неожиданный. Я потерял свою мысль. Вот. Поэтому, кстати, давайте пробуемся. Смотрите, тут куча, оказывается, можно было в ящики в кучу залазить. Магниты, пустые консервные банки. Короче, тут можно было красть и красть. В конце концов, как я понял, мы... Не хочу спойлерить, но, в общем, игра с большим открытым миром, в котором можно, как вы видите, взаимодействовать с чем хочешь. То есть там, рыться в контейнерах, лазить по кустам, убивать охранников, что, в принципе, тоже очень весело. Если у тебя руки не из жопы, как у меня. Ну, под такие игры, как бы, у меня не очень легко получается. Когда-никогда в каком-то шутере получается там пару хедшотов раздать. Ну, а так, в принципе, я давно уже не геймер, потому что я уже старый. Ну, это совсем другая тема. В общем, ребятки, это был обзор игры, которая вышла 1 декабря, то есть сегодня. Я надеюсь, вам понравилось. А если не понравилось, то все равно я надеюсь, что вам понравится в следующий раз. Ставьте свои лайки, подписывайтесь на наш канал. Обязательно приводите своих друзей и подруг, желательно симпатичных, ну или не очень, как у вас получится. С вами был Росси, и это был канал Роли Гейм Онлайн. И, ребятки, у нас Саша, The Dog Father, пропал из интернета. И я хотел бы сказать такое: Саша, вернись из Реала, вернись обратно. И если вы за, как и я, то обязательно давайте поддержим нашу как бы такую неочередную и новую акцию хэштегом «Саша, вернись из Реала». И еще раз, с вами был Росси, всем пока и до скорых встреч.